Январскую пенсию перечислят на банковские карты до Нового года. Ближайшую пенсию граждане смогут получить в первой декаде января, когда откроются отделения Почты России, или на банковскую карту еще до Нового года, сообщает издательство «Российская газета». Пенсионный фонд, чтобы не задерживать выплаты, перечислит деньги в банке 28-29 декабря. Кроме того, страховую пенсию в 2018 году проиндексируют на 3,7%. В итоге с января размер фиксированной выплаты вырастет до более 4000 рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 81 рубль 49 копеек. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на чуть большую величину, более 4%, после чего ее средний годовой размер вырастет до 9000 рублей. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 69 копеек, евро 69 рублей 4 копейки.